Там типа, здравствуйте, сегодня мы... Здравствуйте, да, мы с вами уже начали запись. Представляться. Так. Значит, сегодня хотелось бы поделиться то, чем мы узнали про применение нейронных сетей в криптографии. Целью нашего проекта было исследовать способы применения нейронных сетей в области криптологии. За первую половину семестра мы изучили множество методов шифрования, углубились в изучение нейронных сетей и изучили примеры нейрокриптографии. Также мы выбрали платформу и язык, который будет использоваться для написания нашей нейросети. Итак, начнем. Что же такое нейронные сети? Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенные между собой синапсисами. Структура нейронной сети пришла в мир программирования прямиком из биологии. Благодаря такой структуре машина обретает способность анализировать и даже запоминать различную информацию. Нейронные сети также способны не только анализировать входящую информацию, но и воспроизводить ее из своей памяти. Первая обучаемая нейросеть стала перцептрон. Она была продемонстрирована психологом Корнеллского университета Франком Розенблатом в 1957 году. Дизайном первой нейросети был похож на современную нейронную сеть, за исключением того, что у него был один слой с регулируемыми весами и порогами, зажатый между выходными и выходными слоями. Теперь немного о криптологии. Криптология — это наука, занимающаяся шифровкой данных. Она разделяется на два лагеря. Это криптографы и криптоаналитики. В криптографии — это поиск и исследование математических методов для преобразования информации. То есть это сами шифровщики. И есть, соответственно, те, кто исследует возможность расшифровывания без анализа ключа. Это дешифровщики, и этим занимается криптоанализ. На данный момент существует безумно большое количество вариантов шифрования, от шифров с перестановкой до хэш-функций. Однако шифрование можно поделить на две группы. Симметричное, с одним и тем же открытым ключом, и асимметричное, то есть с двумя разными ключами. Один открытый, второй закрытый. Теперь поговорим о самом главном, о применении нейронных сетей в криптографии. Искусственные нейронные сети, благодаря своей архитектуре, в действительности представляют собой эффективный способ параллельной обработки данных. Данное свойство нейронной сети позволяет в перспективе применять их для широкого круга задач. Однако часто сложность реализации такой системы сводит на нет ее практическую применимость. Но, несмотря на данный факт, искусственные нейронные сети весьма широко применяются для защиты информации, как в рамках научно-исследовательных проектов, так и в рамках коммерческих продуктов. Теперь я расскажу, что же такое алгоритмы хэш-функции, то есть хэширование. Хэширование – преобразование массива входных данных в произвольной длины битовых строк, фиксированных длинными. Выполняем определенного алгоритма. А сама модель искусственных нейронных сетей хорошо подходит для построения хэш-функций на ее основе. Искусственный нейрон является базовым блоком при построении ENS. На данном рисунке показана модель нейрона. То есть в предоставленном рисунке нейрона N входах, N весовых характеристик, по одной из каждой вход смещения, которое подается на вход функции активации, и одно выходное значение. Также мы поговорим об алгоритме AES и NeuroAES. То есть это симметричный алгоритм блочным шифрованием, принятый в качестве стандарта шифрования правительством США по результатам конкурса AES. Этот алгоритм хорошо проанализирован и сейчас широко используется, как это было с его предшественником DES. Также на картинке мы можем увидеть сравнение. Из результатов сравнения можно утверждать, что построенная криптосистема на основе ENS может быть использована вместо алгоритма шифрования AES, и данная криптосистема будет более устойчива к известным атакам на алгоритм AES, так как она основана на
нелинейной функции активации. На этом у нас все. А теперь немножко компания. Вы не совсем спокойно правильно сказали. Сейчас дайте использовать, но я потом попросил вас. Так. Так, вас. Нейросистема, которая не совпадает с правильно. То есть это приводит к тому, что не есть возможность того, что. Потери данных? Не то, чтобы это потери данных, да, это ошибка. То есть вот это можно сказать. И в дальнейшем просьба все-таки про алгоритм АЕС, наверное, сказать больше. Ну, я думаю, да, что... Пока что мало. Либо получается этот сайт. Разделим, так, пока вы... Второй. Не читали полностью. План работы? Да, вот план работы пока еще не читали. Ну, первонаперво это изучить нейронные сети и их применение в криптологии. Изучить криптографические алгоритмы. И написать собственную нейросеть для шифрования. А потом по результатам всей проделанной работы сделать выводы. Да, вопрос, как вам, вот вы сделали прям часть работы, где-то вы. Какие у вас да. есть промежуточные выводы, вот в плане, как можно нейронные сети заложить? То есть это того или... Можно сказать, 50 на 50, с одной стороны. Это нерационально, потому что это очень тяжело делать. Намного проще вот просто по заданному алгоритму сделать. Да и плюс при создании нейросети нам нужно обучательный момент. А обучательный момент поймать в шифровании очень тяжело, потому что, как в основном, у нас бывает только два результата. Либо у тебя там ключ подобрался, либо не подобрался. Вот, поэтому нерационально использовать. С другой стороны, нейросеть поможет выбрать оптимальный вариант, более какой-то надежный. Но опять же. Так что мой вывод это, что стоит попробовать написать нейронную сеть, но они не рентабельны в криптологии. Криптологии и криптографии. В криптологии, ну, в криптографии. То, что мне кажется, для криптоанализа используют. Как раз таки наоборот, нет, криптоанализ еще больше не получится. Потому что в криптоанализе все-таки главное решение, это решение в лоб. И решением в лоб, да, использование нейросети ничего не даст, например. Вот, то есть она не сможет ничего такого особенного сделать, потому что у нас либо ключ подобрался, либо не подобрался. То есть два варианта. Здесь нету момента обучения нейросети. Поисковый процесс взлома не оставляет места обучению нейросети. То есть мы либо раскрываем ключ, либо нет. Тогда получается закрыть запись. Таня у вас. Выбирайте. Можно так вводить вариант. Нейросети. Библиотеки, которые... Так что я закончу.